Ханты-Мансийск и Санкт-Петербург объединит кино. В окружной столице совместно со студией «Ленфильм» откроют киноклуб имени Валерия Мельникова. Во время международного культурного форума директор Музея природы и человека Глеб Чечевин посетил студию «Ленфильм», чтобы обсудить детали создания киноклуба в Ханты-Мансийске. По задумке, в нем можно будет посмотреть старые и новые ленты режиссера, обсудить их и встретиться с кинематографистами. Отмечу, что жизнь и творчество выдающегося режиссера неразрывно связаны с Югрой. Он вырос здесь, позже вернулся, чтобы снять свою знаменитую картину «Агитбригада. Бей врага». Напомню, кинопроизводству на территории округа была посвящена выставка под названием «Жизнь кино Югра». В декабре эта экспозиция откроется в помещении Ленфильма. Совсем недавно завершила свою работу выставка «Жизнь кино Югра», которая посвящена жизни и творчеству Виталия Вячеславовича Мельникова в Югре, в Музее природы и человека, в поселке Цингалы, в городе Мегионе. И уже в декабре этого года эта большая выставка откроется на киностудии «Ленфильм». Сейчас наша задача в диалоге с киностудией «Ленфильм» обсудить программу работы киноклуба в Музее природы и человека, а самое главное – определиться с кандидатурой художественного руководителя, кто будет формировать программу и график работы киноклуба имени Виталия Мельникова.